Всем привет, я в Ашане Дыбенко, Санкт-Петербург. Смотрите, тут прямо перед входом в Ашану такая распродажа. Теннисные ракетки по 100 рублей. Правда, легкие. Не знаю, какие они должны быть. 100 рублей. Четыре было также. Набор планшет А3. 200 рублей вот такой вот. Магнитный зажим, ручка. Сахарницы в 50 рублей. Ножики нержавеющие стали, 1,99 рубль, распродаются. Халаты 1135 и подушки по 700 рублей. Видите, какие вязаные подушки. Бирюзовые и зеленые. И еще вывозят тут что-то. Смесь весенний сад 500. Гиацинты по 200. Везут и везут, друзья. Канцелярия чешки. 20 рублей чешки. Чешки, тетрадки, хорошие тетрадки, надо брать. 20 рублей теги на бутылку. Тетради в клетку 10 рублей, 24 листа вот такие вот. Цен пока что нету. Пеналы, какие-то тренажеры, эспандеры. Очки для плавания, маска. Вот такая зона, друзья, прямо перед магазином. На входе вот такая фотозона. Можно сфотографироваться в таком платье. Фиалка Микс 238. 448. Хризантема 297. Гортензия 523. Распродаются сковородки 26 сантиметров, тефаль 1000 рублей. Кстати, отличное предложение. Надо подумать, мне как раз сковородка нужна. Подходит для всех типов плит, тефаль. Наверное, куплю себе. Стоило 3200. Ведро с отжимом 15 литров 99 рублей. А где? 99, друзья. Так, швабра 500 рублей. Вот такая вот X-Twist с механизмом отжима и насадка из микрофибры. Тоже, по-моему, хорошая, да? А ведра уже нет, я так понимаю, что. Приборы. Приборы 1000 рублей. Набор, коробка. Смотрите, швабра еще в большом количестве. 500 рублей, стоили 2200. Смотрите, по-моему, новая серия, такая розовая, пыльно-розовый. Красивые салфетки на стол. Так, сейчас. А это поехали сковородки и швабры, друзья, на выход. Думаю, что их скоро уже не останется по такой цене. Так, вот, друзья, новая коллекция розовая. Графинчики 148 рублей, стаканы 33, контейнеры 100 рублей. Есть молочный цвет, подносы 150 рублей. Друзья, извиняюсь, все вокруг скрипит. Они таскают тележки с распродажи, выносят, все вытаскивают туда за забор, перед кассами. Контейнеры 168, банка 88. Смотрите, красивые. Есть посуда тоже. Так, это... Дуршлаг с миской 3,3 литра и с крышкой 237 рублей. И тарелочки тоже с цветами красивые. 20 сантиметров фарфор. Кружки. Я очень вовремя схватила вот эту сковородку. Ее уже утащили. Вот такой выбор банок. 15 рублей. 450 миллилитров банки.
23 рубля, 32 рубля. Есть совсем такие крошечные по 20 рублей. Они по 120 миллилитров. 37 рублей. Смотрите, на графины похожи. И рядом крышки. Вот такой огромный выбор. Гвоздички кустовые по 10 рублей, но они уже все завяли. Букет тоже 10 рублей, 5 штук. Распродажа растений 100 рублей. Смотрите, подороже, конечно. 49 рублей бегония. 400, 1300. 300 рублей бегония. Азалия 580, каланхоя 250. Полинопсис стандарт 900 рублей распродается. Остальные вроде по прежней цене. Мини 613 рублей. Посмотрим кашпо. Так, смотрите, какое интересное вытянутое кашпо. Прозрачная, 200 рублей, 20 сантиметров. Есть черные, есть побольше размер. Это для чего? Для фаленопсисов, интересно, или 456 рублей. Такое кашпо или корзинка вязаная, натуральное волокно, Вьетнам. Цены нету, это не к нему. Цемент 3 штучки, 550 рублей на подставке. 12 на 13, 32 длина. Скидка 129 рублей на горшок фисташковый. Вот этот. Горшки для орхидей, для фаленопсисов. Яркие, разноцветные. Есть без цвета, стеклянные. 130. Со скидкой, смотрите, есть. 99 есть. Белый. Тут всевозможные корзинки. Корзинки 1087 рублей. Ящики 1400. Такие металлические есть. 603 рубля. Лейки 479. Металлические кашпо. Двойные. Так, 651, видимо, стоит. Яркий кашпо. Немногим они понравились, когда я показывала. Казали, будут отвлекать от цветов. А мне нравятся такие оригинальные. Но и не дешевые. Выбор огромный тут, конечно, друзья. На любой вкус. Однотонные, пестрые, с рисунками, с узорами. Фактурные, гладкие, пластик, камень. Тут как будто вязаные. 876 рублей. Такой 694. Ну и глиняные, смотрите, какие маленькие. 32 рубля. 5 сантиметров. А тут вазы подставки 30 сантиметров. 1790. Какая интересная подставка. Металл. Вазочки с тюльпанами 379, 400. Вот какая красота. Смотрите, тут крокелюр. Глазурованный. Металлическая подставочка. Такой вот кашпо или как ваза. Цены нету. Большущие колбы. Ваза 1500. Корзинки кашпо войлочные 256, тоже можно растения поставить. 241, 17 сантиметров. В детскую, смотрите, с игрушками. Есть побольше размеры. Так, тут с тюльпанами, с розочками 228. Тоже как войлок, но искусственный. 17 сантиметров, 16, 188. Такие вот еще есть бежевые. Розовый пластик, акварель, 17 сантиметров,
Так, зеленый, но это не зеленый. Вот розовый, 162. 116, 158. 83, 80 с поддоном. Пластмассовые. Красивые, смотрите. 190. Это двойной горшок. Удобно. Вот ящики есть. Ящики разных цветов. 132 рубля. 40 сантиметров длина. Без поддона. Посмотрите, сколько тут земли, всяких удобрений. Просто горы. Горы всего. Для сада, огорода большие кашпо. Смотрите, какие есть. Пластмасса. 3156. 1500. 726. Так, вот эти классные. Глина или цемент. 884. Еще ящики для балкона, например. Мне вот нужен такой, но я сейчас не буду покупать. Мне это все не донести. Носочки распродают яркие по 49 рублей. Такие 140 рублей. С котиками тоже 140, с мышками. Покажу вам, что я набрала. Тут носочки, сковородка, влажные салфетки 54 рубля универсальные, контейнер 25, по-моему, и, как это называется, бюст 300 рублей. Обычный такой вот мягкий, с косточками, на косточке я вынула. 300 с чем-то рублей, 330, по-моему.